Ну как может не радоваться душа такой красоты, а? Посмотрите. Просто вообще неимоверно и красиво. Весна! Ура, ура, ура! Солнце яркое. Ну все, поехали, я вам покажу деревню. Улицы, школы, садики. И все, и проедемся по улицам, давайте. Так, вот он дом. Ставим камеру поудобней. Ну, как-то так, пускай будет. Я все-таки решил в руках подержать немного. Все, выехали. Давайте, наверное, окошко откроем, потому что что-то жарковато. Это получается, улица идет прямо от дома и пошла прямо улица. Вон он, лес. Сейчас я с первой переключу. Здесь вот заброшенный дом, вот он идет, наверное, тут никто не живет, может, тоже продается. Вот такие вот еще дома здесь. Так, здесь люди обустроили вот такой вот дом, он тоже заброшенный дом. Лес кругом получается, вокруг самой деревни. Вон у кого-то тракторы, уже буду знать, у кого. Если что, нужно будет спахать. Дорога здесь асфальтированная. Как бы люди живут, и нормально. Вот такие вот дома идут. Можно было пешком пройти, но что-то пешком лень идти. Решил проехаться на машине. Вот с металлопрофиля заборы. Вот еще дом заброшенный. Уже точно здесь никто не живет. Но расположение, конечно, подальше от нашего. А это уже идет лес. И дальше идет железная дорога на другую деревню. Так, наверное, думаю, мы сейчас здесь развернемся. Туда не поедем. Так как там идет железная дорога. И другая, наверное, деревня, скорее всего. Поэтому сейчас будем разворачиваться. Так, выезжаем почти с этой улицы. Это в обратном направлении, получается, поехали. Здесь еще вот кладбище даже есть, блин. Так, остановка. Сейчас мы уступим дорогу. Это здесь автобус приезжает на Бобруйск. Поворачиваем, нам повернуть налево. Там тоже дом продается, наверное. Так, вот мы выехали вон
там наш дом, а мы выехали на эту улицу. Это тоже все идет броже. Так, едем, едем. Сейчас будет речка Брошка. Вот она идет, речка. Ну, я потом в дальнейших видео покажу, как я здесь буду рыбачить, наверное. Вот он, мост. А вот речка Брошка. Буду рыбу здесь ловить. Уля, она длинная такая. Ну, правда, мелководная, наверное, уже стала. В общем, поехали дальше. Эта улица, все это асфальт идет здесь. Солнце слепит, кошмар. Там он еще дальше улицы идут. Туда. Это все деревня. Так, ну тут дома и красят, тут вообще. Вот у нас идет магазин. Родный Кут. Вот такой вот магазин. График работы с 9 до 6. Здесь бакалея, там крупы разные, наверное, хлеб. Так, это вот остановка еще одна. Так, у нас что у нас здесь? Главная дорога. Так, поехали налево. Здесь идет налево, либо направо дорога. Поедем налево. Вот это, по идее, сельсовет. Вот я вот не помню, мне показывали. Вот это сельсовет идет. Это мы уже, получается, в центре. Сельсовет. Вот это, наверное, почта. А вот, да, почта. В общем, тут все благоустроено. Вот она, почта идет, Белпочта. Так вот, люди даже смотрят, не поймут, что это снимают. Там дальше тоже лес идет. Красота вообще, солнышко светит так хорошо на душе. Вон огороды, дома выкрашены, желто-зеленый, синий или голубой, это белый. То есть люди смотрят за домами, ухаживают, красят, ремонтируют. Здесь не на самом деле такая вот деревня, что какой-то глубинки. Дорога асфальт, поэтому жить можно. Это мы поехали налево. Ну, вот такие вот дома идут. Люди убираются. Так как весна, 1 мая уже не за горами, 9 мая, день труда. 1 мая день труда, 9 мая день победы. Вон. Так. Ну, дома разные бывают. Бывают хорошо сделаны, бывают деревянные такие, кирпичные, то есть металлопрофильные листы вот даже. Здесь вот в конце тоже дом продается. Я вот не знаю, какая цена здесь ему. Ну, дома по 3,5, по 4, по 5. То есть в разных. Вот даже продам. Да, вот он, дом продается. Вон даже номер телефона и тому подобное. Вон покажу, какой дом продается. Вон тот дом. Голубенький. Вот еще остановка одна. Можно сказать, как поселок. А там идет лесопилка. Пилят на дрова. Такое вот. Так. Сейчас мы едем. Эта дорога получается до дизеля. Где можно сесть на дизель. И поехать, наверное, так понимаю, в Бобруйск или Жлобин. Я вот не помню даже. А он еще гнездо какое, аиста, наверное.
бутылок, сделан забор. Какие-то сады. Сад люди для себя сделали. Так, а вон лес тоже рядышком. Совсем. Люди вообще практически возле леса здесь живут. Дорога приятная. Я думал, деревня здесь нужно либо какую-то Ниву покупать. Четырехприводную. Внедорожник какой-нибудь. А здесь можно как бы на легковой машине ездить. То есть нравится, очень сильно нравится. Вот здесь такой как типа еврозабор. Ну я вот не понимаю, его, почему его называют еврозабором. Если это не евро. В Европе вообще нет заборов. А они его называют еврозабором. Так, мы сейчас выезжаем на... Где дизель? Вон они, путя. И там вот дизель останавливается. Сейчас мы развернемся, наверное. Туда уже не поедем. Так. Вот здесь, наверное, будем разворачиваться. Вон остановка на дизель. Вот там садится на дизель сам. Так, вот это вот железная дорога. Все, возвращаемся обратно. Теперь поедем, мы ехали налево, а это поедем направо. А вон еще один магазин, кстати. Вон и. Это, наверное, сделан как, типа, как дом был. Его сделали из дома магазин. Вон он идет. Наверное, плохо видно. Ну, вот там, в общем, идет, вот. Вот там идет магазин, вон магазин. Я думаю, потом засниму это все в видеосъемку, как я в магазине буду скупляться, в сельском. Ну все, разворачиваемся. Здесь вот такая вот церковь самой деревни. Вот она церковь. Нормальная. Рядышком, под боком. Вот он, детский сад. Я вот не помню, сколько здесь детей в детском садике. Вон площадка. Дальше идет поле и лес. Ну так ухожено. Вот такая вот, такой вот детский сад. Красиво. Сразу вид на лес. Это что это за здание? Я даже не знаю, что это за здание. В общем, мы сейчас катаемся. Вон поле идет. Здесь тоже трактора. Давайте этой улицей поедем. Вот оно поле. Красота вообще, ляпота. А вон, я, наверное, пропустил школу, вон, наверное, школа. Там дальше идет. Вот он идет, трактор. Кто-то занимается, наверное, вспашкой. Такие дома вот тоже расписные.
Ну, ухожена, ухоженная деревня. Ничего сказать не могу. Люди ухаживают. И мы будем ухаживать. Куда денешься? Надо быть как все, чтобы не отставать. Вон тоже трактор. Только, наверное, допотопный уже. Понакрывали. Может, в дальнейшем и себе тракторец приобретем. Так, это где-то мы выехали. Выехали мы. А, он еще продукты магазин. Кстати, дорогу здесь латают. Вот так вот. А давайте проедем. Может, туда дальше или... Я туда не еду, а в другой раз потом... Ну, к школе, наверное, поедем. Да, к школе сейчас поедем, наверное, посмотрим школу. Вон сколько дров уже напиляли. Готовятся, наверное, к зиме. Это все деревня, большая. А вот еще приближаемся к школе. Школа, но школа тоже неплохая. Вот это вот школа идет. Сейчас там в дальнейшем развернемся. Большая школа. Вон футбольное поле даже есть. Так что, возможно, Настя здесь будет учиться. Ну, собственно говоря, и все. Просто это был краткий обзор самой деревни на машине. Можно сказать, экскурсия, вы побыли со мной. Поэтому до скорых встреч. Не забывайте канал Бродяга-режиссер. Много чего нового будет. Поэтому все. Пока.